от нижней. Оу. Угу. Нет, они визуально, мы же к центру привязываем, поэтому визуально она передается как бы в центр. А в реальности, когда проектировать, она будет к стенке Дутаура, да, то есть здесь. А? Да, я просто хочу понять, какие у меня высоты, какие у вас высоты. Вот, допустим, смотрите, у меня сейчас здесь 7,85, то есть почти 8 метров это верхняя часть колонны. И нижняя у меня 11 метров. То есть, видите, здесь тоже раскреплять как-то нужно. И вот сейчас я думаю, как его правильно нам раскрепить. Она заходит, ну она на 700 миллиметров же у нас вот здесь, по-моему, мы поднимали. Просто от узла меряете. Вот от узла вот этого. Насколько? Плюс-минус метр, это сейчас не такая проблема. Нам просто нужно понять, видите, дальше идет работа конструктора. То есть конструктор начинает разрабатывать какие-то системы элементов вертикальных связей. Можно, конечно, начать и без этого рассчитывать. Потом появится перемещение, и можно поэтапно начинать внедрять какие-то элементы. Но мы просто пойдем от обратного, из опыта как бы прошлых лет моих. Я начну вертикальные связи строить по крайним колоннам, а также опять в центре. Но для начала нам необходимо раскрепить, как бы, есть у нас стропильная ферма, а есть подстропильная ферма. Слышали такое выражение? Стропильная ферма – это вот у нас по длинной части фермы. Подстропильная, она идет в эту сторону. То есть можно создать подстропильную ферму, а можно обойтись просто балкой, к примеру. Посмотреть, как у нас будет работать, если мы соединим в продольном направлении вот, эти, вот это расстояние обычной балкой. Может быть, двутавровой попробовать. Либо создать такую же ферму. Сейчас я вот думаю, как это лучше сделать. Да, чтобы она вот по нижней части фермы, по верху мы, вот мы соединили. Но по сути прогона недостаточно. Он у нас сверху лежит. Но нужно в, вот в этом продольном направлении обеспечить жесткость и перемещаемость вертикальных каркасов, вот этих вот рам, относительно друг друга. Для этого нам нужны подстропильные фермы. Так, для этого, наверное, пояс возьмем такой же, как здесь верхний, а нижний такой, как тут нижний. Выберем, давайте, верхний пояс фермы. Верхний пояс. Затем просто выберите, назначить текущим. Затем построим его вот от верха до следующей точки по верху. Там у нас прогон. То есть прогон, он теоретически будет сверху стоять. Да? Дальше выберем нижнюю часть. Нижний пояс и добавим его вниз. Добавим вниз. Так, теперь нам необходимо добавить несколько точек для стоек и для раскосов. Для стоек и для раскосов. Для этого у нас, так, у меня 12 метров, есть у кого 6 метров? Есть 6 метров, да? Угу. По низу, значит, по низу я разбиваю на, у меня прямая запись идет. Какой вопрос?
Так, для этого по низу я поставлю раз, раз, два, один узел. Внизу я разобью на один узел. А сверху раз, так, на, добавлю два узла. Ну, низ разобью на два, получается, разбить на две равных части, да. А вот вверх. А вот вверх. Так, это последний элемент, 1520, вот он. Когда, вот смотрите, отметка, вот это, чтобы этот элемент выделить, нужно на него навести. У нас здесь два элемента. Первый элемент это прогон, а второй элемент это у нас верхний пояс. Вот я его выбираю. Разбиваем на 3. Теперь выбираем раскосы. Раскосы. А? Раскосы назначить текущим. А? И соединяем вот в этом направлении. Вот так. Раз, два. Раз, два. Угу. На три не очень выходит, однако. На три выходит не очень. Если зеркально, тогда одна стойка тоже будет ниже. Так, 12 метров под 3. Ну-ка, если вот так, сейчас просто как выйдет. Вот такой форма. Если вот это я уберу. По узлу. Ну, если вот так вот. Если вот так. И добавить тогда вот сюда две стойки. Можно попробовать вот так сделать. Нет, я просто раскосы удалил. Вот эту оставил V-образную. Потом V-образную выделил, вот этот по этому узлу сюда скопировал, потом отметку деления снял. Ну, давайте вот назад. Вот у вас. До этого есть моменты? Верхнюю на три части. В жесткостях выбираете раскосы, рисуете элементы. Можно сразу от центра отрисовать. Крайние не рисовать, мы все равно их удалили. Просто вот такую V-образную построить, птичку, галочку. А? Есть галочка? Все, отметка узлов элементов. Выберите. Копировать. По узлу. Копировать по узлу. Вот второе значение. По узлу.
И вот этот выберите вот этот крайний узел. Раз. И привяжите его вот сюда. Выберите этот узел, привяжите к этому узлу. Затем снимите выделение. Еще раз выберите отметку узлов элементов. Еще раз выберите. Вот сюда поставить галочку, копировать по узлу. И теперь уже вот этот узел выделите. И в эту сторону. Кто еще отстал? Смотрите, пожалуйста. Выделите вот эти два элемента, два раскоса. Зайдите в копирование. Отметка копирования по одному узлу. Вот здесь вот должна стоять галочка. Отметьте вот этот узел, правый узел. Затем отметьте вот этот левый узел. Вот у вас она сюда скопировалась. Снимите выделение. Нажмите отмена выделения. Включите отметку узлов и элементов. Выделите два раскоса центральных. Зайдите в копирование. Копировать по узлу. Вот здесь галочка должна быть. И теперь покажите левый вот этот вот узел. И привяжите его вот сюда. Теперь выберем стойка. Выбираем стойку. Добавить элемент. Так, прежде чем мы его добавим, нужно два узла скопировать. Да, вот у нас, видите, здесь узла нет. Для этого мы выбираем узел. Вот этот узел отмечаем. И вот этот узел. Два узла отметили. Все отметили? Отметка узлов, два, вот две вершины вот этих, вот отметьте. Затем копировать по узлу. Отметка узла копирования. И вот на колонне, на самом крайнем, верхний узел указать и нижний. Вы снимите все выделения до этого. Вот у вас узлы должны вот сюда копироваться. Теперь, да, выбираете стойки и соединяете вот эти узлы между собой. Посередине можно два выделить, разделить на два, да. Стойка назначить текущим. Отметка элемента и строим два элемента. Вот у вас вот такая должна схема получиться. У всех вышло? Сделаем упаковку. Удалим ненужные узлы. Угу. А, здесь у меня до этого, видать, скопировались и верхний пояс. Два элемента нужно тогда достроить. Если у вас тоже что-то удалилось, то достраивайте. Вот я нижний пояс выбираю. И нижний пояс достраиваю. Упаковку схемы. Есть. Это верхний будет верхний пояс, нижний, нижний пояс. У них сечение разное. А, разницы нет.
Так, для того, чтобы теперь вот это отдельно выделить, нам необходимо выделить верхний пояс, нижний пояс взять, отметить его на схеме, раскосы и стойки. И сделать все в фрагментации. Верхний, нижний, раскосы и стойки. Все отметить. То есть у вас должно вот так получиться. Вот. Ага. Теперь YZ вид делаем и выбираем вот эту вот подстропильную ферму. Получилось или заново показать? Снимаем выделение, заходим в жесткости, выбираем верхний пояс, отметить на схеме. Выбираем нижний пояс, два раз щелкаем, отметить на схеме. Выбираем два раз раскосы, отметить на схеме и стойки, отметить на схеме. Правой кнопкой мыши фрагментация. Ее выделить, выбрать здесь жесткость и нажать применить. Вначале выделить тот элемент, который вы хотите. Что-то удалилось? Я же достраивал вручную, я же вам показывал. Если у вас нижний пояс удалился, просто выбираете нижний пояс и вот здесь вручную достраиваете. У меня тоже удалялся. Почему там удалился? Потому что когда я узел копировал, я скопировал с узлом прогона. И, соответственно, он сюда скопировался с узлом прогона, и он удалил этот, как бы, не относящийся к этому элементу. Потому что когда мы делаем упаковку, удалить. Да, который не относится к элементам. Вот там два разных узла лежало, два, и вот она его просто удалила. Все. Я заново достроил. Выбираете жесткость и вручную достраиваете. Все, идем дальше. Верхний, верхний. Если нижний пропал, нижний выбираете. Какой у вас? Нижний же? Все. Нет, не связь. Пояс. Нижний пояс. Теперь вот заходим в вид XY. Выбираем подстропильную ферму и копируем ее. Копировать по узлу. Вначале вот сюда скопируем в обратную сторону, противоположную точнее. Выделить вот этот вот, полностью выделяете подстропильную ферму. Для этого просто слева направо вот так проводите. Копировать по узлу вставляете на противоположную сторону. Потом снимаете выделение, да? Выделяете обе вот эти вот фермы подстропильные. У всех получается?
Почти. Вот так вот делаете. Вы скопировали вот это, ставили сюда? Отметка узлов и элементов. Выделили. Зашли в копировать. Отметка узла. Вот этот самый крайний узел показали, вот он. Привязались к нему. И вот этот вот самый крайний. И теперь, да, выделяете оба и копируете по Y количество раз и указываете шаг. Вот теперь скопировали, выделение снимаете. Опять ставите этот вид, отметку узлов элементов. Выделяете все. Заходите в копировать по параметрам. Значит, по Y ставите шаг. А n количество. Вот у вас получается такая вот схема. Получилось? Все, правой кнопкой восстановления. Все, верхняя часть у нас очень-очень с вами мощная. Она как бы готовая. Теперь остались вертикальные связи. Теперь вертикальные связи. Значит, что мы сделаем? Добавим в начале горизонтальную балку на уровне нашей подкрановой балки, чтобы затем к ней привязать нашу связь. Балку создадим. Балку создадим. Пускай она будет у нас прямоугольного сечения. Пусть чуть-чуть отличаются конструкции. Достать профиль молодечно выбираем. Профиль молодечно. Белорусский профиль. Профили стальные, гнутые, замкнутые для строительных конструкций. Вот есть, вот есть. И выберем профиль. А, здесь не квадратная, так, это прямоугольные, это для связи. Должны быть квадратные, вот они, ниже квадратные есть. Выберем квадрат 100 на 5. Горизонтальная, назовем горизонтальная балка между колоннами. Горизонтальная балка между колоннами. И сразу создадим, давайте, вертикальные связи, чтобы потом уже не возвращаться сюда. Добавить вертикальные связи. Пусть тоже будут из квадратной трубы молодечно. Посмотрим, как она у нас, связь, будет работать. Интересно. Обычно с уголками как бы работаем. Да, ну давайте со связью посмотрим. Профиль молодечно. И выберем сечение чуть поменьше. Такое же квадратное. Но хотя высота у меня 7 метров. На высоту 7 метров. Придется потом дополнительно еще поперек одну вставлять. Да, большая высота. 7 метров. Так, ладно, давайте пока балки построим. Так, у нас связи вот так идут. Да. Ладно, давайте пока балку построим. Подумаем сейчас, как лучше сделать. Балка у нас есть. Балку принимаем и начинаем ее строить. Вот в этом, параллельно нашей подкрановой балке с этой стороны. Копируем.
выделяем ее, копируем по узлу на противоположную сторону. О, у меня, видите, выделена была дополнительная ферма, она тоже скопировалась. Назад выделение все снимем. Отметка узлов, элементов. Балку выделили. Копировать по узлу. Показываем привязку и куда нужно скопировать. Вот она должна у вас появиться вот здесь, с той стороны и вот здесь. Выделяем. У всех получилось? Назад. Выделяем балку. Копировать по узлу. Показываем. Вот она находится на вот этой колонне. Вот этот нижний узел показываем. Привязываемся вначале. И затем показываем, куда нам нужно ее поставить. Это противоположный узел. И вот она у нас сюда встает. Теперь выделяем две эти балки. Первая уже выделена, вторую выделяем и копируем вдоль нашего здания. Для этого заходим по параметрам 12, 8. А, так. А, я с той стороны начал строить. У меня немножко развернуто было, да? Значит, минус 12. Сохраню я, чтобы у меня не вылетело случайно. У всех скопировать получилось? Все отлично. Упаковку пока не нужно делать. Теперь давайте продумаем связи. Сейчас посмотрим, как у нас колонна стоит. Сейчас я вот этот вот элемент выделю. Вот так. Фрагментация. Так. Значит, у нас тут tower и... Вот она, балка идет. И нужно нам сюда добавить сечение. Для этого сейчас посмотрим характеристики двутавра. Так, у нас здесь стоит двутавр 45B1. Балочный, да, 45B1. Так, 45B1. Полка у нас БФ 20 миллиметров. 20 миллиметров. Ой, 20 сантиметров. То есть, если мы возьмем сейчас два уголка по 10, она у нас перекроет, получается, всю вот эту как раз таки полку, да? Она будет... Нет, вот у нас же, смотрите, почему я смотрел на пространственную модель. Вот она. Вот она у нас будет вот сюда, то есть вот в этот узел придет. То есть придет в полку вот этого двутавра. Не в стенку, а в полку. Полка у нас 20 сантиметров. То есть она у нас вот так пойдет, как раскос, с этой стороны, с той стороны. По сравнению с двутавром, видите, у нас какое сечение этого маленькое, трубы. Не знаю, подойдет она у нас, труба это не подойдет. Один уголок, высота большая, 7 метров. У него собственный прогиб у конструкции будет очень большой. А под наклоном там вообще будет не 7 метров, а гипотенуза там будет около 10 метров. Это у нас 7 по катету. А если да, по гипотенузе, то там 10-метровая будет. И там очень будет не жесткая, то есть смысла этой связи практически не будет. Поэтому там как минимум 2 уголка должно быть, и тогда 10 на 10. Тогда вот этот вот единственный вариант, либо двутавр, как предлагает София, либо также на уголки поменять. Такая труба не выдержит. Такая труба не пойдет. Ну давайте. Создадим вертикальную связь. Ее можно создать по аналогии с... Так, что у нас есть? Скопировать, потом изменить. Ну давайте вот стойку копируем. Теперь стойку зайдем, изменим. Это будет вертикальная
вертикальная связь между колоннами. Вертикальная связь между колоннами. И здесь возьмем 100-100 на 10. Хотя между ними 1 сантиметр, там 20. Чуть больше будет, чем сама полка. Если 90 оставить, 9, там сантиметр между ними как раз ровно 10 будет, да? Давайте, ладно, 90 попробуем, 90-99. Тогда то же самое и будет, да? 90-99. Время? Так, хорошо, выбрали. Сохраняем. Потом будем продолжать.